Всем привет, с вами Science Daily, новости науки и космос. Прошлым летом компания SpaceX купила две глубоководные нефтяные вышки, чтобы превратить их в плавучие стартовые космодромы. Космическая компания, возглавляемая Илоном Маском, переименовала предполагаемые стартовые площадки в Деймос и Фобос в честь спутников Марс. Если все пойдет по плану, стартовые площадки будут использоваться для запуска космического корабля Starship, который SpaceX разрабатывает для отправки в будущем астронавтов на Луну и Марс. Также компания SpaceX начала нанимать инженеров по морским операциям в штате Техас, недалеко от полигона компании Starship. SpaceX строит плавучие космодромы сверхтяжелого класса для Марса, Луны и гиперзвуковых путешествий вокруг Земли, написал в своем твиттере Илон Маск. Нефтяные вышки были приобретены компанией, зарегистрированной на имя финансового директора SpaceX Бретта Джонсона. Две глубоководные полупогружные нефтяные вышки были проданы по 3,5 миллионов долларов каждая. Бывший владелец вышек, компания Valaris, крупнейший в мире владелец офшорных нефтяных вышек, в августе подала заявление о банкротстве. На нашем канале вы найдете самые последние новости из мира науки, техники, технологий и космоса. Не забудьте подписаться.